Хочу гайд, как устроиться в Сбер или другой банк программистом Python. Так примерно написал один парень комментарий. Подколол. Ну что ж, не будем злорадствовать, дадим гайд. Получите, распишитесь. Для этого надо просто пройти тест 3 минуты и проверить ответы. Если ответы верные, то прямо сейчас вы можете идти куда хотите и вас точно возьмут. Итак, экспресс-тест. Вопросы. Что такое функциональный объект? Если отвечаете верно, это говорит о том, что вы пишете на любых языках программирования. Можете в любой войти язык сходу. То есть, все просто. За малостью. Примерно 400 вопросов надо рассмотреть для этого, для всех этих пунктов, и написать 7000 строк кода. Будем считать, что у вас сделано. Что такое объект? Есть ли разница между объектом и функциональным объектом? Подсказка. Что общего между слоном и самолетом? Следующий вопрос. Что общего между функцией, классом, методом и экземпляром во всех языках программирования? Этих вещи две. Всего. И если вы их знаете, то, по сути дела, писать на любом языке не составит труда. Следующий вопрос, даже стыдно его задавать. Что такое self? Но, тем не менее, я так понимаю, что иногда можно. Первый человек, который когда-то меня поблагодарил и начал писать на нескольких языках, он написал. Сейчас я, когда проводил собеседование, первый же вопрос, что такое self? Задает. И с наслаждением слышу 10-минутный ответ. Если вы вложитесь в три слова, то все будет нормально. Отличие self от this, Java и JS. Python, Java, Python, JS. Отличие в Java и JS. Следующий вопрос. Очень простой. С чего нужно начать изучение классов? Зачем это делать? И вообще это основной вопрос. Так зачем это делать? Вот показываю ситуацию совершенно реальную. Вот парень, написано. Работал инженером Ханской академии. То есть, теперь смотрим. Ситуация следующая. Приходит к нему человек устраиваться на работу. То, что этот парень не пишет, это видно сразу. Почему? Здесь нету даже разговора о ссылке, да? То есть понятия упоминания ссылки здесь нет. Иными словами, делаем вывод, что он сейчас не пишет. Лет 15 назад он не ставил вопрос, с чего надо изучать классы, чтобы поставило на место и не допустило к этим ошибкам. Вот этот код у человека, который пришел устраиваться на работу, должен быть вызвать сразу вопросы. В результате, пока они спорили, и оказалось, что... Оказалось, что они ошибались двое. Ни один, ни второй не понимают разницы между атрибутами класса, атрибутами экземпляра. Ребят, ну не через 15 лет же. Но не через 15 лет в этом разбираться. Очень важный вопрос. Я считаю, что вы это знаете. И что такое работа программиста? Подсказку даю. Вот здесь есть, что такое работа программиста. Открываете любую библиотеку и точно увидите. Чтобы не давать подсказку явную, надо смотреть на синее. Итак, для того, чтобы на эти вопросы ответить на 100 баллов, нужно рассмотреть примерно 400 вопросов. Написать примерно 7000 строк кода. Будем считать, что это все сделано. Теперь, есть ли у вас желание стать программистом? Какую систему вы используете? Если вы назвали что-то кроме Linux, то, ребят, мой ответ такой. Вы можете всем, девчатам, родителям, даже когда придете устраиваться на работу, вот таким людям рассказывать, что вы программист. Но как только
вы встретите реального программиста и скажете, что вы используете Windows, с вами никто разговаривать не будет. А почему? Потому что программист и командная строка – это и одно целое. Человек, который использует Windows, он бежит от командной строки, кнопочки нажимает. А если у вас есть жгучее желание быстрее открыть командную строку, хотя бы как Jupyter Notebook, значит, все нормально. Последний вопрос, провокационный, а особенно для этого человека. Вы используете Vim, Emacs или другую среду? Два других ответа для себя, да, для программирования. Вот я, допустим, использую VS Code, но я ее ненавижу. Говно из говна. Почему? Потому что кнопки надо тыкать. Но я люблю Emacs, люблю Vim, потому что это кайф. Я не использую Vim и Emacs для работы, потому что просто-напросто, конечно же, приходят люди, которые далеки от этих. Так вот, если вы сегодня на этапе, а как отсюда выйти, задав этот вопрос, можно сказать, программист вы или нет. Понятно, что вы выбираете по HR-ам и другое, и вас там все устраивает. А когда вы становитесь программистом, вы говорите, какая хрень, сколько херни, мне надо то, что мне надо. И тогда спокойно начинаете настраивать месяц, два, три, и вас этот процесс увлекает. Vim, Emacs, а потом всю жизнь мучаетесь, с чем работать. В Vim не хватает Emacs, в Emacs Vim. И потом, вот как в моей жизни, находите Space Max и ловите кайф. И Vim, и Emacs в одном пакете. Есть у меня видео. Итак, осталось два простых вопроса, чтобы постраховаться. Будем считать, что ты все остальное прошел. Итак, смотрим. Чтобы быть уверенным, что твой результат будет положительный, я задам два вопроса. Первый. Вот парень, девушка, который сидит перед монитором, я у тебя спрашиваю, я никому не скажу. Я надеюсь, ты не учился по книгам для того, чтобы устроиться на работу. То есть, я никому не скажу. Ты тихонько скажи мне, я услышу. Мы с тобой разумные люди. Я надеюсь, ты не хотел стать программистом, когда говорил, читал, скопируйте этот код и вставьте. Ты копировал, вставил, потом что-то работало. Ну ты ж, мы с тобой разумные люди, ты ж понимаешь, что так программистом не станешь. Я надеюсь, ты этого не делал. Я не против книг, но я против заблуждения, да, что скопировал код, вставил, для этого не надо. Открой ты GitHub, не надо никакие книги читать. Вот, открыл, смотри, все просто. Открыл и копируй код. То есть ничего не надо. Тебе не надо даже книгу открывать. Вот, взял, скопировал, вставил. Все, делай это побольше и все. Ты же думал так именно, что будешь программировать, когда будешь копировать код. Не-не, я тебя дурака не хочу делать. Я просто так сам делал, да. Считай, что дурак здесь я. Я через 9 лет только пришел к программированию, и 9 лет даю эту систему практически, да. Но я через 9 лет понял. Каждый из вас умнее меня. Я тупой, понимаете? Следующий. Я надеюсь, что ты на чудо не надеялся, ну, ходил по сайтам, да, нашел красивый сайт. В Бовсуновскому лень я не люблю дизайн, и 2 года я не могу переделать сайт. Кто-то пишет, давай я тебе сделаю, я и сам сделаю, но мне лень. Ну, нет у меня времени до этого, вот, но потихоньку добираюсь. Я же надеюсь, что ты там не прочитал, что станешь разработчиком, только запишись на наши курсы, да? И для этого надо там просидеть 60 часов, и все, тебя устроят на работу, порекомендуют, в общем, в кармане. И ты действительно сделал это.
Я ж не сказал, что там преподаватели обманывают. Я сказал, что они читают лекции. То есть в одно ухо влетело, другое вылетело. А после курса у тебя, вот я надеюсь, такого не получилось. Проучился их благополучно, ну, примерно 4 месяца или сколько, написал на курс такие вещи, как YouTube, ВКонтакте, Facebook и еще много чего. И в какой-то момент вдруг понял, что написать-то сам ничего не могу. Даже элементарных вещей не понимаю. Копировал, сдавал работы, копировал, сдавал. Но один ответ, вот на эти вопросы у тебя должны быть ответ «нет». А вот на этот я допускаю, что ты ответишь «да», да? То есть ты собрался на работу, у тебя есть 10 лет, когда ты занимаешься программированием. Если есть, то после 10 лет пойдет уже прорыв. Лет 5 осталось, не переживай. Итак, если все, что я сказал, нормально, тогда тест. Открывая, тебе осталось открыть код, открыть документацию, прочитать и написать на основе исходного кода свой код, объясняя свои действия. Если все вопросы отвечены верно, да, то вот это без труда. И все, сделал, спокойно иди на работу. Если что-то действительно не получилось, то в описании есть статья, да, ссылка на эту статью. Как научить программиста, соответственно, и тебе научиться программировать. Единственное, конечно, со мной неинтересно. Я не рассказываю, что надо копировать код. Я задаю вопросы, которые, пройдя, ты на своем опыте начинаешь программировать. Здесь есть длинное видео, оно длинное, 1:22. На примере парня я рассказал, и описано, вот что сделано до, допустим, вот у человека момент, когда я хочу от него добиться, чтобы он начал писать свой код с головы. То есть до этого мы прошли примерно 50 вопросов. Функции, там все это хрень. Что происходит сейчас? Почему именно в этот момент я хочу от него добиться? Что будет после? Мы классы еще не изучали. Иными словами, здесь все скучно. Здесь никто не рассказывает лекции. Здесь никто не говорит копировать код. Каждый свой шаг ты будешь проверять на исходном коде и документации. Но ты перестанешь от этого бежать. И ты станешь реальным программистом. Тебе будет просто поможешь другим. Вот тогда все станет реально. А пока большинство программистов, в том числе и действующих, как правило, 80% просто копируют код. Не бывает в исходном коде, не бывает документации. Странно, удивляются. Заходят в библиотеку, там написано исходный код, документация. Это и есть работа программиста. Почему ты от нее бежишь? Может, стоит просто начать заниматься? Правильно. Что, вы спросите, Болсиновский, ты считаешь правильно? Скажи, пожалуйста, уважаемый человек, задам простой вопрос. Что такое объект? Ты же на него ответил. Сколько времени ты уделил времени пониманию, что такое объект? Вот мне пришлось с парнем заниматься целый месяц, только чтобы разобраться, что такое объект. Ну хоть это иди посмотри, хоть это будешь знать. Не будешь как попугай ходить, Python все объект, Java там все объект, в JS все объект. А что это такое? Чем ты будешь думать? То-то. Ну чё ж, я не хотел действительно как-то обижать кого-то, заострять, но я сказал, что реальные знания отличаются от тех, которые вам кажутся, до тех пор, пока вы не начинаете читать код. Все, что вы делаете, должно сводиться к чтению кода. Если вы его не читаете, значит, все действия неверные. Вы просто интересуетесь Python, но программистом вы не стали. Ну что ж, приходите, покажу.